Друзья, земляки, сегодня состоялось очередное судебное заседание по обжалованию административного дела, заведенного на меня старшим участковым Голубевым. Голубев не пришел. Я предполагаю, что он не пришел из-за того, что та похабель, которую он представил в виде своего решения по данному делу и самого протокола, не лезет ни в какие ворота. Голубев, ну, мне нет слов. Тебе самому вообще не стыдно? Чего ты теперь прячешься-то от меня? Почему ты не приходишь на судебное заседание? Я надеюсь, что 11 февраля ты дотащишь свою попу до Кунцевского суда? Или мне тебя приводом туда тащить?